Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале «Корона жмет, мамочки!» Итак, сегодня мы будем с вами готовить пирог «Зебра». Очень вкусный, сочный, ароматный. Прям пальчики оближите. Итак, что мы сейчас требуем? Потребуется нам 3 яйца и стакан сахара. Мы это все хорошенько взобьем. Так, вот мы взбили яйца наши с сахаром. Добавим теперь стакан кефира. И тоже на небольшой скорости все аккуратно взобьем. Взбили. Теперь постепенно будем вводить на низкой скорости муку. И все это аккуратно перемешиваем. Итак, вводим мы последнюю партию муки с разрыхлителем. Все перемешиваем. Так, тесто мы разделили на две части. В одну часть мы положим 2 столовые ложки какао. И все это хорошенько перемешаем. Нашу форму для нашего пирога зебра помазали мы маслом. И начнем теперь выкладывать тесто. Итак, возьмем столовую ложку. И посередине начинаем выкладывать белое, коричневое. Белое. Оно само будет растекаться, это тесто. Коричневое. И вот таким способом мы наполняем нашу форму тестом и ставим в духовку. Ну вот, выложили наше тесто для нашего пирога зебра в форму. Вот так оно будет выглядеть. Где-то ровно, где-то неровно. Но при температуре тесто еще разойдется. И главное, что при разрезе будет очень красивое. Слой шоколада, слой сливочного. А самое главное, что в животе все расправится. Так что ставим нашу духовку. Переварится. Переварится, да. Ставим нашу духовку на 180-200 градусов. На полчаса 40 минут. Но проверяем зубочисткой или палочкой, или спичечкой. Кто как может. И кто как хочет, и кто как умеет. Главное, чтобы она была сухая, не мокрая. Так, вот такой у нас получился пирог с вами зебра. Сейчас мы его разрежем. Он очень легко режется. Мягкий, ароматный. Ну вот, вот такая у нас получилась зебра. Вот такой вот он в разрезе. Он мягкий, пружинистый. Меру сладкий. Ароматный. Приятного аппетита. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал.